самый популярный канал, на котором я вам рассказываю очень много интересной информации из жизни известных людей. Эксклюзивные подробности громкого светского раута. Перед входом в Большой театр стояла целая толпа изумленных прохожих, которые наперебой спрашивали друг у друга: «А что такое здесь сегодня происходит? Почему фасад так красиво подсвечен и карета стоит перед входом?» Люди вокруг ходят в костюмах пушкинской эпохи. Тем временем именитые гости прибывали. Их лично встречал на красной дорожке расстеленный у входа идейный вдохновитель и устроитель бала Михаил Куснирович в плаще, цилиндре и белоснежном шарфе. Именно ему в голову пришла эта грандиозная идея позвать всех друзей компании Боско ди Цильеги и в канун католического Рождества на самый сказочный балет «Щелкунчик». И это был волшебный подарок. Все гости посмотрели балет совершенно бесплатно. Костюмированный Боско-бал проходил ежегодно накануне Нового года и является одним из самых громких и великолепных светских событий Москвы. Но в этом году Михаил Куснирович превзошел все ожидания и погрузил гостей в настоящую сказку. В пригласительных билетах было четко обозначен дресс-код, black tie или маскарадные костюмы. Многие гости даже обратились за помощью на Мосфильм и не прогадали. Большой театр был выбран вовсе не случайно. Михаил Куснирович не раз рассказывал о том, что именно здесь когда-то началась его трудовая деятельность. Студентом он подрабатывал дворником в Большом театре и не скрывает этого, а наоборот очень гордится. Зато теперь может устроить здесь такие вот грандиозные мероприятия. Это ли не триумф карьеры? Праздничная программа началась с детской елки и настоящего бала для самых маленьких гостей. Среди них были замечены Алла Виктория и Мартин Киркоровы, Саша Плющенко, Надя Пескова и многие другие. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь.